бывший родоначальником собачьего паркура. Более того, сейчас этот вид спорта даже назван в его честь – Dread Style. Team, see the plan come together. Your creeps and JV with no chance to let her. Ain't no denying, this boy was no better. I had it up to here like a turtleneck sweater. Собаки, например, уже вовсю осваивают паркур. Причем самый значительный успех в этом деле достигает собаки самокровных. Четыренога паркуристка в Одесі, маленький пес мексиканської породи на прізвисько Емма, вистрибує на паркани висотою 2 метри. Четыренога спортсменки узбасу знала, хто такое. Лучше заниматься чем-то с собакой, не сидеть за комп'ютером цілими днями. Allow me to present Dread Style.